ходе проведения разыскных мероприятий было установлено, что в данном шприце содержится наркотик. Была установлена причастность жителя города Великого Устюга 79-го года рождения к данному происшествию. Гражданин данный был допрошен, он признался, что ему позвонила знакомая по телефону, которая находилась на лечении в больнице в городе Великий Устюг, и попросила передать ей наркотик. Данный мужчина через своего знакомого упаковал наркотик в шприц, шприц в пакет и передал с продуктами питания. Но бдительными медицинскими работниками данный шприц был изъят с помощью сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 228, часть 1, прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.